аплодисментов. Спасибо вам большое. Ну что же, у нас еще один прекрасный гость из Узбекистана. Вообще, Московский дом национальности всегда очень рад, когда к нам приезжают гости. Мы всегда с огромным удовольствием их принимаем. И, конечно же, здесь всегда проводим встречи с творческими нашими артистами, певцами. Следите, пожалуйста, на сайте за нашими новостями и приходите на наши встречи. Это бывает очень интересно. Ну а сегодня к нам в гости из Узбекистана приехал. Встречайте, Фархатбек Марибжонович Юлдашев. Здравствуйте, дорогие друзья. С праздником вас, Наурозе. Yüzlerin ya kırmızı değil, saçların ya boylansa.